Вот хочу показать, какую я сделал себе приспособу, так сказать. А то что-то последним временем довольно-таки жарко. Кулер держит третья рука. Я думаю, каждый радиолюбитель знает, что это такое, и по достоинству оценивает все функции. Например, как я. Вентилятор подключен последовательно с вот таким вот прямо-таки реостатом на 100 Ом. Не хочет. Возможно, вот так. О, есть. Вот такой вот реостат. В принципе, тепленький. Почти не греется. Регулирует примерно от 45% до максимума. Вот, кручу ручку. Ну, на максимуме шумно. Я выставляю минимальное положение. Аккумулятор от бесперебойника. В принципе, удобно, можно поставить в любое место. Можно покрутить вентилятор как хочешь, вверх, вниз, влево, вправо. Вот такая вот приспособа. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.